Через несколько минут закончится урок, и вы уже поедете на конгресс. Мы уже видели наших товарищей в Сибири. Вопрос: какого участия вы ожидаете от каждого товарища мирового кли, и к какому чувственному состоянию мы должны прийти на конгрессе? Я ожидаю полного участия. Было несколько мыслей, может быть, вообще отключить весь мир от этого. Затем, как обычно, учитывались желания людей, мы соединяемся, мы не можем иначе. Хотя нам не хватает хисарона, но это не за счет того, что мы отключаем связь между нами, поэтому конгресс будет транслироваться. Я надеюсь, что полной и качественной трансляции с хорошей силой и со связью, и мы будем вместе. Я возвращаюсь в понедельник днем. Будем на связи. Сегодня мы выезжаем утром и прибываем туда завтра в 6 утра в Новосибирск. Задавайте вопросы, посылайте. Там есть много людей, которые с телефонами, с компьютерами. Я с собой ничего не беру. Ничего не беру с собой. Я в последнее время выезжаю на конгрессы. Я практически не работаю там на компьютере, над постами, над своим блогом. Нет, я полностью погружаюсь в это. Это достаточно. Меня очень занимает сильно. Кли изменилось. Оно стало таким намного более сплоченным. И я чувствую заботу о нем необходимой. Сейчас у нас, кроме этого, есть еще конгресс в Голландии. Есть зеркальный конгресс. Зеркальный конгресс. И в других местах люди собираются вместе. Поэтому я очень рад, что это так. Я обнимаю всех. И мы, по сути, делаем один большой конгресс. Так поэтому, пожалуйста, объединяйтесь и объединяйтесь. Пусть даже каждый товарищ пойдет к своему другому товарищу. Пусть сядут вместе, накроют трапезу, вместе посмотрят урок, обсудят это. Очень стоит это. Я прошу не забывать, объединение — это то кли, в котором постигается свет.